Всем привет! Вышла, значит, новая игра у наших любимых разработчиков Фиолетовой Белки. Блин, хомяк, свинка какая-то. Так, ну в принципе ничего нового. Называется непонятно как. Переводчик не хочет это переводить, он мне просто Википедию показывает. Итак, значит, это поезда. Вот, сегодня будем играть в поезда 0. Опять какие-то режимы? Ладно, мы не слабаки, мы на нормальном режиме пойдем, мы все сможем. А если нет, то будем в упрощенном. Отлично, мы в поезде. В данной области нет аномалий, спасибо. А можно чувствительность мышки не со скоростью пули? В этой области аномалий нет, а тут, получается, есть. Пойдем посмотрим, что тут из аномалий у нас есть. Блин, это дверь. Фуф, кто ж, блин, знал, что если ее тронуть, она будет так страшно открываться. Не пустите? Очень хочется посмотреть. Давай еще позвоним. Не работает. У нас есть 10 рублей? О, а тут открыто, смотри. А кто там тогда? Как же я нагло выгляжу. Правила пользования туалетом. Гопникам тут не место. Есть кнопка, чтобы вызвать мужика в туалет. Не нравится мне это место. Так, ладно, а чё мы, куда пойдем тогда? Ну пойдем вот в эту сторону, тут вроде как-то поприличнее. Жесть, тут кто-то орёт. Нет, пойдем туда. Вот, тут как-то веселенько все. Да, мы пойдем сюда. Тут вот мне нравится. Поверните назад, если увидели аномалию. Дом плывет, дом горит, идет дождь. Это правило предосторожности? Если у меня дом плывет, мне уже по барабану. О, это я. Смотри, какой подкачанный мужик. Ладно, что там, аномалию надо искать, да? Давай смотреть. Вот, мужик спит, но аномалий никаких нет. Спать можно? Можно. Все, правила не нарушает. Блин, как будто на подработку устроился какую-то. Я вас вообще не заметил. Так, что у вас есть какие-то аномалии? Зачем ты на меня так смотришь? Там еще парень в зеркале не отражается, что ли? Странно, ты на меня, конечно, пялишь. Ну ладно, допустим, не аномалия. Ладно, пошли дальше искать аномалию. Тут опять женщина орет. Мужик до сих пор спит. Ну не запрещено спать. Хотя не знаю, что у нас запрещено, может, у нас и спать запрещено. Итак, парень сидит. Что делать, если я наигрался, все, не хочу больше. Ну, ладно, привет. Что-то не так? Нет, все прекрасно, чуть не умер просто. Ты можешь так резко не здороваться со мной? Мы что, опять встретились? Я тут просто гуляю. Че ты до меня докопался? Я тут работаю. Так, значит, ты тоже играешь в эту игру, братик? Я тебе не братик. Ну, наконец-то. Мне здесь так скучно, еще и сестра все не просыпается. Ты потолкай ее, а то она бледная какая-то совсем. Она все спит и спит. Ну, я очень рад, что теперь мы будем играть вместе. Вот нашлись мне приключения, теперь еще и развлекать его придется. И так не платят. А ты вообще знаешь правила? Да. Да, знаю. Давай в прятки играть. Я сейчас уйду, и мы больше не увидимся. Все очень просто. Видишь аномалию в вагоне? Поворачивайся назад. Так это я понял, мне уже на полу это все объяснили. А насчет того, как закончить игру, нужно дойти до вагона под номером 0 и нажать на тормоз в кабине машиниста. А можно было ведь просто спокойно работать себе. И да, в тамбурах между вагонами обычно нет никаких аномалий. А, можно было в туалет и не заходить. Все понял. Ты что-то наглый какой-то слишком. Я-то все понял. А ты все понял? Тогда увидимся в конце. Так если ты в конце будешь, нажми на тормоз сам. Запрягли работать. Ну хорошо. В данной области нет никаких. Никаких аномалий. Мне нужно дойти до вагона номер 0. Вот это какой? Как понять? Тут 7 написано. Вот мы... О, очнулся. Не будем до него докапываться. Итак, где ты? Ты что, пропал? А ты, может, проснешься, нет? Ты парня потеряла, малого. Ты в курсе вообще, нет? Все, проспишь так. А какую мне аномалию надо увидеть? Что-то я ничего не могу найти. Вот, 6-й вагон. Ну тут как будто бы потемнее как-то стало. Мужик как будто бы полысел чуть-чуть. Странный какой-то. Есть у меня такое ощущение. Неприятное. Но тут как будто бы... Что за звуки? А мне нужно увидеть аномалию или услышать? О, вода протекает в поезд. Я пошел назад. А мне надо оборачиваться, нет? Я могу? Ой, вода потекла. Там все утонуло, ты посмотри на это вообще. Ой, жесть, двери у вас какие-то прочные. Слушайте, походу этот поезд строили люди, которые на карантине учились. Ладно, тогда мы пойдем в обратную сторону. Тут вроде как все поприличнее. Тут хотя бы ничего не протекает, так что надо внимательно за всем следить. Мужик, ну вот ты по-любому что-то не так сделаешь хоть когда-нибудь. Я внимательно за тобой слежу. Он... Чего? Жесть какая. Там руки из окна торчат. Надо бы как-то внимательно за всем следить, наверное. Мужик, ты реально лысеешь? Ну, слушайте, нормальный из меня проводник такой. Чё-то делаю, хожу. Отлично. Самое главное не перепутать, куда надо идти. Это третий, смотри, мы почти дошли. Самое главное живым дойти. Жесть какая. Я побежал. Что-то там слишком внимательно за мной смотрят. Какой внимательный вагон. Так, мужик, все хорошо? Давай, поведай, как там? Ты не замечал ничего странного в этом вагоне? Если бы он мне все рассказывал, было бы намного проще. А так он, видимо, что-то скрывает. Какой же я внимательный. Сейчас меня будут... Что? Это считается чем-то ненормальным или нет? Или что вы хотите сказать? Мне так надо проходить?
Я так ничего не вижу, если честно. Да нет, короче, я назад пошел. Там как-то ничего не видно. Я почти добрался. Если кто-то сейчас вылезет, я этого не переживу. Ежедневные новости от этого мужика. Как ты? Не поздоровается даже. Надо все внимательно посмотреть. А то, что здесь в вагоне никого нет, считается аномалией, нет? Или если эта женщина проснется, это тоже будет, кстати, аномалией. Или если она пропадет. Она тут. Все хорошо. По-моему, все безопасненько. Пойдем. А почему 7? В смысле 7? То есть, подожди, там что-то было? По-моему, все спокойненько. Чего-то же не замечу сейчас по-любому. По-моему, я... Че, как отдыхается? Пойдет? Решил зайцем проехать, да? Ладно. Мужик, осторожнее там, если что, этот... Подснежник там. Хорошо, что я его заметил до того, как к нему подошел. Так там, вон, руки опять, смотри, торчат. Но это явно ненормально. Такой вагон меня не устраивает. За тобой надо вообще внимательно следить. Странный какой-то. Все, пойдем дальше. Это нулевой должен быть. Меня обещал тут встретить парень, пацанчик. Мне тут надо уже бояться или нет? Тут глаза. Я пошел. Все, кондукторс рум там. Нет, подожди, я не доверяю. Я так просто вперед не пойду. Сначала я все проверю. Мужик, не дергайся, пожалуйста. Ты сидел себе спокойно, вот и сиди дальше. Что? Мы что, тормозим? Благодарим вас за использование поездов Синкансен. Точно можно идти? В данный момент мы были вынуждены остановиться из-за непредвиденного происшествия на путях. И мы не знаем, когда будем двигаться дальше. Прекрасно. А, вот ты где. Ты потрясающий. У меня получилось, да? Было стрёмно, но получилось. Что случилось? Почему ты так оглядываешься? Ты подумал, что кабина машиниста уже здесь? Ну, вообще-то да. Ты как бы сказал об этом. Смешно. Смешно ему. Ты же знаешь, что у Синкансена зеленые вагоны. А еще какие? Ты же это знал? Нет, я и тебя не знаю. И где тогда, по-твоему, кабина машиниста? Сразу за зелеными вагонами. Правила немного изменились, не запутаешься? Теперь, если видишь аномалии, просто иди вперед. Но если я ошибусь 3 раза, то мне хана. Спасибо за то, что предупредил. Да, прекрасно. Что-то вас тут... много. Почему здесь так темно? Так, что там с аномалиями? Ты меня задавить собираешься, нет? Точно все нормально? Ты меня переехала тележкой. Вот так вот, люкс-класс, переезжают тележками. Что у тебя там в ноуте? Все нормально. Помочь чем-то, может быть? Ты на рабочем столе что-то печатаешь. Что-то скачать тебе может? А как мне тут-то смотреть? Ничего не видно. Ты кто? У тебя глаз зеленый. Мужик, кто его пустил сюда? И на пришеленца. Это нормально или нет? Да это киборг какой-то. Пойдем дальше тогда. Но он светится, даже отсюда видно. Где этот пацан? Там мне киборга подсадили. Дед. Что такое? Он как будто сейчас развалится. Ты человек? Нет, это вот там киборг, а я человек. Тебе не одурачить меня. Ладно, да, я и на пришеленец. Тебе встречался кто-то? Глаза всякие, жесть всякая. Могу сказать, что большинство из тех, кто находится в поезде, вовсе не являются настоящими людьми. Они все какие-то роботы. А еще он не доверяет людям в костюмах. Ты сам-то какой-то стрёмный. Что ты? Он уснул, походу. Дед, ну ты чё? Да, пойдем посмотрим, что там дальше. Что у тебя тут, закуски нормальные? Ты говорить будешь со мной, не? Молчит. Там никого нет, если что. То, что она втыкает в рабочий стол, это, конечно, странно, но у каждого свои причуды, это, скорее всего, не аномалия. То есть, это не аномалия. Мы говорить будем? Странный какой-то, ладно, я так понял, это норма. Да не норма это, он светится. Явно не от счастья. Дед, помочь? Поверните назад, если нет аномалий. Ну пошли назад. Ну, допустим, ты нормальный. Нет, киборг это аномалия. Он смотрит на меня. Вот это уже реально стрёмно. Ты глянь. Чё? Жесть, ты головой крутишь, конечно. Тогда это явно аномалия. Подглядывает, значит. Дед, кстати, пропал. Так, чё, ты светишься? Ладно, это нормально, я так понял. Для него светиться это нормально. Тут хотя бы по оживлению как-то есть люди. О, невидимая рука дергает окошко. Смотри. Шалит. Киборг, видел это вообще, не? Так и будешь смотреть? Ладно, пойдем дальше тогда. Делать аномалии в темноте нечестно вообще-то. Киборга, все хорошо. Слушай, теперь ты мне нравишься. А это что, аномалия или нет? Я просто не знаю. Слушай, по-моему, да, аномалия. Ну, я, конечно, в поездах не особо разбираюсь, но тут вместо компьютерной тетки цветок теперь сидит. О, пацан, ты что? Думаешь, у нас получится выбраться живыми? Ты бы не в лесу сидел, у нас вместо киборга дерево теперь растет. А вместо толстого мужика у нас теперь вообще дуб какой-то стоит. Вот так вот. Ну, ладно. Внимательно за всем наблюдаем. Чтобы ничего мимо нас не про... Что? Полы уходят. Или это я меньше становлюсь? Ничего не понял. Подожди. Жесть. Вагон куда-то уехал. И тетку там засосало в пол. Зато смотри, как свободно теперь стало. А где тетка?
с телегой. Не понял, это аномалия или нет? Как будто бы да, но вдруг у нее просто обед. Ну или не знаю, устала. Ну да, это наверное аномалия. Что-то она пропала куда-то. Слушай, это вообще просто аномалия. Она сидит, залипает в компе, в котором ничего нет. Ладно, все нормально, давай не раскисай. Я пошел, все, можно идти прямо. Но я опять не верю, поэтому я как-то этот помедленнее пойду. Мы пришли, тут что-то новое. Пойдем посмотрим, кто тут кондуктор. Что-то как-то никого нет. Ну ладно, тогда будем управлять сейчас. Нажали какую-то кнопку, мы вообще знаем, за что она отвечает, не? И не работает больше, еще и сломали. Ладно, пошли обратно. О, выход, у нас первая концовка. Все хорошо или нет? Мне теперь даже интересно призрака себя натравить. Но мы выбрались, пойдем заново. Я хочу призрака. Я уже знаю, чего ожидать, так что я профессиональный искатель. Где глазастые сиденья? А нормально нет, что здесь под каждым полотенцем лицо? Жесть какая. В смысле? Женщина втыкает. Настоящая. Как хорошо, что она назад. Мужик вообще другой. Я его по прическе узнаю. Ты смотри, не спит. Мужик, ты странный. Я пошел от тебя. Ненормальный какой-то. Во, это мой братюня. С ним все хорошо. Так, все, отлично. Давай теперь ошибемся 3 раза. Надо посмотреть, что там за мной явится. Где? Уже можно бояться? Да я каким-то образом угадываю. На рандом. Дайте что-то странное, а то я сейчас так случайно игру пройду. Йо, я ошибся. По-моему, сейчас будет плохо. Тут кроме киборга никого нет. Все хорошо? Я побежал. Отстань. Пожалуйста. Ну и пристала. Добрый же был. Ой. Ой, по-моему, за мной вы... Ничего не знаю. Ничего не знаю. Отстаньте. Блин, придется назад идти. А там мне не нравится, что... Что-то нужно? Это что, все? Это ты меня так напугал, что ли? Друг. Крутящийся. О, нифига. Мужик дуб. Корни пустил. Что такое? Я лучше побегу. Ну нет. Ну пустите. Ты чё? По-моему, меня сбили. Зеленый идти, красный. Чё? Это что за приключение? Не догоню, прости. Пошел отсюда. Сидит. Поговорим? Чё ты на меня смотришь? Никогда не смотрел уже. На меня посмотрели, это странно. Смотри, пирожок. Кто-то не доел. Аномалия в том, что кто-то не доел пирожок. Класс. Как вы хотите, чтобы я это заметила? Не хочу выходить. Пойдем прогуляемся. Мы же малого не забрали с собой еще. Мы сейчас ходим в самое начало, мне не трудно. Где-то там женщина должна сидеть. О, ты что, проснулась, что ли? Мало, если что, этот. Там, где-то. Не знаю, где, правда. Вот, значит, как. Да потому что ты спишь долго. Еще бы он не ушел. Поезд никогда не останавливался и застрял во временной петле. Но у тебя получилось его остановить. Что такое? Ничего не могу вспомнить. Даже не помню, как села на этот поезд. Я встречал твоего брата. Моего брата? Ты имеешь в виду Наоки? Не знаю. Давай найдем его. Да, давай найдем. Ты не встречал его? Встречал в лесу. Давай соберем все. Ой, надо было одному выбираться. Может, нам стоит сделать что-то с этим поездом? Что ты предлагаешь-то? Спалить его? Похоже на какое-то аниме. Аниме поезд. И поезд больше не движется. Все после того, как ты нажал на тормоз. Я знаю. Как насчет того, чтобы запустить его вместе? Я для чего его останавливала? Чтоб ты проснулась? Я к обычным пойду, а ты к зеленым. Ладно, пойдем. Опять бежать, а? Все, я поехал. Ну и чё? Все хорошо теперь? Ну ладно, я пошел тогда. Один получается? В смысле? Короче, это было бесполезно. Я так бездарно свое время еще не тратил. Итак, поезд не понравился, много пугали и заскамили в конце еще. Никому не рекомендую этот поезд, мне не понравился, ставлю ему 2 звезды, 1 звезду за закуски, а 2 звезду за то, что выпустили. Все, всем пока.